И еще очень важно понять одну вещь, что люди, которым реально нуждаются в помощи, они обычно не просят, им стыдно. Поэтому смотрите, ищите таких людей. Бог, когда Богу нравится, когда помогают тем, кто не просит. Вот, допустим, в вашем подъезде, допустим, вы знаете, женщина там какая-то жила, она работала, бывала уважаемым человеком, потом бац, вы ее видите на мусорке, там ведь вечером. Она просто умирает с голоду, видно, ей не на что жить. Вот и помогайте ей каждый день носить чуть-чуть покушать. И Бог вам так вознаградит за это. Вы даже не представляете, сколько вы получите за то, что вы просто спасли человека от голода. Колоссальное будет изменение в вашей судьбе. Это Бог за это дает удачу человеку. Вот вы нуждаетесь, допустим, в том, чтобы у вас был хороший бизнес, вам сильно это надо. А человеку этому надо просто жить. Вы сделали человеку то, что ему сильно надо, просто так. Бог вам просто так сделает то, что вам сильно надо. И ему все равно, сколько это стоит. У него нет денег. Бог. У Бога нет денег. Делай столько, сколько надо человеку. Вы сделали столько, сколько человеку надо, вы его кормите. Это может стоить, там, может быть, пару долларов там, день или один там, доллар. А Бог вам даст тысячи долларов просто. То, что вам надо, понимаете? Так устроен этот мир. Поэтому никогда не сомневайтесь в том, чтобы делать добрые дела. Но всегда надо смотреть внимательно за тем, что и кому вы делаете. Потому что иногда это может быть жутким разочарованием. Может быть, этот человек вас обманывает. Такое может быть.